Очищение солью, шок. Вы только посмотрите, на что она способна. Рекомендую вам посмотреть это видео. Поваренная соль или соль пищевая, хлорид натрия, употребляется также в названиях хлористый натрий, столовая соль, каменная соль, пищевая соль или просто соль, пищевой продукт. В измельченном виде представляют собой бесцветные кристаллы. Соль природного морского происхождения практически всегда имеет примеси других минеральных солей, которые могут придавать ей оттенки разных цветов, как правило, серого или бурого. Разводится в разных видах – крупного, мелкого помола, чистая, йодированная, нитритная и так далее. В зависимости от чистоты делится на сорта – экстра, высший, первый и второй. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылка на канал моего друга будет в описании моего видео, а также ссылка на видео «Очищение солью». Лечение солью издавна известно и применяется в восточных странах. Надо взять какую-нибудь посуду, самое лучшее, если будет фарфоровая, но можно и медную, насыпать туда соли, потом поставить ноги и расслабиться. Поставьте ноги глубоко в тазик, так, чтобы вы могли чувствовать себя свободно и легко. Для этого подходит любая соль, крупнозернистая, мелкозернистая. Главное, чтобы у вас было настроение, и чтобы вы понимали, что вы при помощи соли начнете вытаскивать из себя негативные программы. Соль как таковая кристаллическая, и она несет в себе как бы информацию, она всасывает в себя информацию негативную. И вот когда вы поставите ноги на соль, то соль начнет запоминать информацию, частоту вибрации вашего биополя. Ноги желательно, чтобы у вас были чистые перед тем, как вы поместите их на соль. Соль кристаллическая, она как вместилище какой-либо информации. На кристаллах записывается разная информация, как в виде дисков, которые хранят долго эту информацию. Поэтому, если вы представите себе, что все ваши мыслеформы, все ваши обиды, они как бы такой шар, в который вы его поместите между своих рук и спустите их в свои ноги, а потом в соль. И потом эта соль как бы напитывается вашими эманациями. Но самое главное, чтобы вы простили всех тех, которые вас обижали. Самое главное, что боль появляется, болезнь появляется из-за того, что человек не согласен с тем, что люди разные. И они могут делать разные неприятности вам. Но вы их должны простить. И вот вы спускаете все свои негативные эмоции, как бы спускаете их при помощи визуализации в свои ноги, как будто жидкость какая-то стекается в ваши ноги из ног в соль. Потом эту соль собираете и куда-нибудь выносите в какое-то место, где никто не ходит. И там она будет превращаться, всасываться в землю, потом рассасываться, и она будет полезна каким-то насекомым, каким-то растениям. Таким образом, вы при помощи визуализации через очищение солью вы выздоровеете. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии.